Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца натуральным красителем, который можно купить в любой аптеке. Стоит он недорого. Цвет получается ярко-красным с розовым оттенком. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. В небольшую кастрюлю высыпаем 50 граммов корня марены, заливаем его 1 литром холодной воды и отправляем на плиту. С момента закипания варим марену 10-15 минут. Пока жидкость хорошо не окрасится. Затем огонь выключаем и даем отвару настояться 1,5-2 часа. Дальше добавляем в кастрюлю 1 столовую ложку соли. Закладываем чисто вымытые сырые яйца. Ставим на умеренный огонь. Ждем, пока закипит. И с этого момента варим яйца 10 минут. В процессе для более равномерного окраса яйца несколько раз переворачиваем. Через 10 минут достаем яйца из отвара. Промываем их холодной водой. Выкладываем на бумажную салфетку и даем полностью высохнуть. Для получения более насыщенного цвета яйца после варки можно подержать в отваре от 10 до 30 минут. И в заключение, чтобы яйца красиво блестели, протираем их смоченной подсолнечным маслом салфеткой. Вот и все. Яркие и красивые пасхальные яйца готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.